Добрый день, парильщики, начинающие профи, пользователи мехов и пользователи плат. И те люди, которые желают мотать проще или просто хотят научиться мотать. Мы сегодня с вами будем рассматривать маленьких койл-билдерских помощников. Core-холдеры в данном случае от компании ArtVape. Как я сказал выше, у нас сегодня на обзоре core-холдеры от компании ArtVape, логотип которой мы видим на крышке данного контейнера. Открыв крышку и высыпав в нее наши холдеры, я беру первый попавшийся и обнаруживаю на нем маркировку непосредственно для диаметра проволоки, в данном случае это на 0,3 мм, и название компании ArtVape. Вы, конечно же, можете обратить внимание на то, что углы данных холдеров скруглены, это не просто так. Как заявил сам производитель на мой вопрос, почему именно так, а не иначе, данная конструктивная особенность позволяет меньше заморачиваться с намоткой нашего оплеточного материала на жилы, которые мы проденем через середину холдера, в чем мы постараемся убедиться немножечко попозже. В данном случае давайте пока глянем, какие у нас есть размеры. В данном случае это у меня холдер под диаметр проволоки 0,3 мм. Следующий холдер, который мне попал в руки, он на 0,4 мм проволоку. Еще один холдер 0,5 мм. Вот мне попался на 0,7 мм. И, соответственно, остаются еще два на 0,6 и на 0,8 мм, соответственно. На каждом из них тоже есть надпись, что это продукция компании ArtVape. Сейчас я за кадром настрою все, чтобы показать вам, как эти чудесные помощники будут нам помогать. И на двух не самых сложных, но проблематичных для многих намотках, не в самой простой их композиции, покажу, как эти наши помощники будут нам помогать. Как вы можете увидеть, я оплеточный материал заваливаю непосредственно на сам core-холдер. Дальше магия происходит непосредственно за счет конструктива данного устройства. И, конечно же, на выходе мы получаем готовые вкусные кейлы, которые будут нас радовать вкусом и навалом. В данном случае с помощью core-холдера я накручивал на 4 жилы 0,4 фехрали, 0,15 нихром. Получилось довольно-таки неплохо, при условии того, что я это все делал на камеру, и мне было довольно-таки неудобно. Так что продолжаем дальше.
Ну и конечно, после всех наших стараний мы получаем готовый койл. В данном случае я накручивал на 4 жилы 0.4 фихрали, 0.15 нихром. Таким образом, мы убедились, что core-холдеры действительно работают и исполняют всю свою функциональную нагрузку. Друзья, только что на этом столе с помощью данных холдеров мы намотали 4-жильный Fused Clapton и Alien, тоже 4-жильный. Как видите, это были не самые простые намотки. Кто-то, да, действительно может сказать, что и не самые сложные. Но, тем не менее, нам в этом деле помогали core-холдеры, щедро предоставленные компанией ArtVape, за что им конкретное спасибо. Друзья, если вам это видео понравилось, вы считаете его полезным для себя и подчеркнули для себя какую-то новую информацию, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайки, за что мы вам будем очень признательны. И на этой оптимистической ноте хочется с вами попрощаться. До новых встреч здесь!